Здравствуйте, дорогие друзья, с вами DR2R и это Lucky Time. Мы продолжаем играть в чудесную игру Time Burn Stone. Продолжаем развивать наше поселение. Прошу прощения за контакт еще раз. Я надеюсь, что в следующей серии я отключу все-таки, чтобы вас не смущать, так скажем. Не вводить в заблуждение. Так, фермер у нас вступил. Что такое? Все сделал? Я сейчас напоминаю родителей. Все сделал? А что стоишь? Давай, иди. У меня просто у самого братик маленький. Ну, не маленький, ему уже 8 лет. Ну, в общем, иногда слышу, как мама с ним общается. Забавно. Иногда. Ну, себя вспоминаю тоже. Это, конечно, да. Так, Blacksmith. Мы назначили, кстати, кузнеца, кто не заметил. Как-то я на автомате это сделал. Или не назначили? Назначили, да. Кузнеца, он сейчас сделает слиток к этого. Он уже сделал слиток меди. И пока на этом остановимся. В принципе, он не нужен будет. Так, Стоун Мэнсон втупил. Я не понимаю, почему. Возможно, невозможно. Я не понимаю, почему? Тебе же есть задание, в чем беда-то? Да негодяй ты. Ему нужно сделать еще 58 кобблстоунов. В чем проблема-то? Куда он пошел? Ты будешь делать, нет? Вот он взял камень. Пошел. И. Неужто? Все. Так, майнер там весь в работе. И это хорошо. Это у нас. Один камень. Блин, ну вот хоть что-нибудь бы полезное. Ну, камень, конечно, тоже пригодится, но. Что-нибудь вот. Хорошее ему. Чё с ним? Чё-то с ним нехорошо, по-моему. Ну и ладно. Так. Кто без дела? Билдер без дела? Ну это понятно. Билдер без дела, пускай он... Фермерством занимается? Нет. Фишермен. Да, пусть ловит рыбу, пока что каблстоунов у нас нету. Стоун Мэнсон просто зашился в работе. Не успевает ни черта. Ну, пускай. Смотрю местность на наличие вражеских неприятелей. Ну, вроде все чисто. И слава богу. А вот пока совсем не до этого. Нам нужно достроить стену, чтобы мы могли прятаться в этом доме, отстреливаться лучниками, и чтобы все у нас было хорошо. Чтобы никто нас не достал. Деревья, кстати, начали отрастать. В прошлой серии, помните, были пеньки-пеньки-пеньки, и вот сейчас деревья начали отрастать. Хорошо. Не придется этим дровосекам ходить... За 3 версты, чтобы добыть дерево, нарубить дерево. Стоун Мэнсон, ты долгий очень. Что с тобой не так-то? Что у тебя? Иди, бери камень. Ну, что-то как-то непонятно почему-то. Взял камень? Взял камень. Прекрасно. Нам нужно как-то поближе, что ли, сделать этот самый. Вот куда он пошел опять? А, ну да. А, он хочет сюда кучи с камней сходить, но ему мешает стена.
Вот опять. Все. А, надо достроить эту стену, и чтобы не это... Уже без проблем. Так, ну давайте достроим тогда. А, билдер. Все, идем. Скинь еду только. Ага. Скинь еду, возьми камень. Все, погнали. Ты где там? Эй. Билдер. Вот. Ну куда, куда? Давай сюда. Вот так вот. Скорее бы обновление. Тут что-то как-то, блин, совсем капец. Да-да-да, правильно все. Ну и здесь. А, все. Все, можешь ловить рыбку дальше. Ну-ка, смотрим. Да, все у нас. Разлочился этот самый. Как его назвать-то? Каменщик. Немножко, видимо, этот, траектория его движения была запутанная. А, еда не копится, блин. Нам нужно этот... Побольше... Побольше еды, чтобы у нас приходили эти поселенцы другие. Давай, иди собирай тоже. Все, ну все на автономии, короче, можно включить скорость. Ну что-нибудь накопал, интересно? Да ни черта ты не накопал. Ну почему? Почему? Why? Вроде вот они как-то же различаются, или это просто текстуры различаются. Например, вот, ну-ка. Вот так вот. Так, ну-ка на play. Иди сюда, вот сюда вот. Дерево опять, да черта. Да блин, я не хочу, чтобы ты это копал. Я хочу, чтобы ты это копал. Давай. А-а-а. Ладно. Ладно. Может быть, докопает. Посмотрим потом. Так, майнер тем временем уже набил 8-й левел, это просто не может не радовать. А, так, смотрим дальше. Что у нас? Еще бездельничает или... Вот, бездельничает, надо ему поставить пометки, чтобы он собирал еду. Иди, собирай еду. Еду ты должен собрать. Пальцы вверх за еду. Так, кабанчик. Кабанчик ходит просто так. Видимо, с него ничего не сыплется. Опять они не пеньки. Ну, собственно, как вот у нас человечество и живет. Приходит, все вырубает, строит, асфальтирует. Все. Нет ни деревьев, ничего. А, да. Ладно. Дальше что у нас? А, что-то у нас как-то мало вообще всего. Ну-ка, где форжеры? Так, вот форжер раз. Как у тебя с инвентарем? 3 единицы еды. У этого... Ой, прошу прощения, у этого побольше. Хорошо. Зарубил барашку опять. Или это она? А, Изабель, да, это она, смотрите-ка. ФПС резко. А, вот все, нормально.
У нас еще, да, у нас еще нету. Еще одну бочку бы поставить. Можно ли как-то деконструкт? Да. Деконструкт и. Ага. Ну ладно. Сделаем здесь. Хорошо. Потихоньку уже 10 кобустоунов. Это не может не радовать. Что-то собирает, смотрите. Как будто она отрабатывает на ней удары кунг-фу. То есть повторение несколько раз, много-много раз одного движения, чтобы довести до автоматизма. Собрала еду, отлично. Я думал, что только ресурсы собирает, такие как перья, шерсти и так далее. А, ну она собрала яйца, понятно. Понятно, она, значит, курочек еще. Давайте еще курочек найдем. Ко-ко-ко. Курочки. 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 Вы где? Так, овца нам не нужна. Курочки. Это не... А, вот курочка. Приручить. Еще курочка. Приручить. Где еще курочки? Вон курочка. Приручить. Еще есть курочки? Ко-ко-ко-ко. У нас ломают и ломают топоры. Инструменты друг за другом. Да. Все, курочек как-то немного, но это все-таки хорошо. Есть курочка. А мы можем построить загон для, кстати, животных. Я не знаю, как это делается на самом деле. Что если мы построим, они будут ходить все равно туда-сюда, обратно. Хотя, наверное, не будет. Сейчас попробуем. Так, resources, building, вот. Ага, тут веревка нужна. У нас нет ресурсов для веревки. Не, ну, так-то есть, но мало очень. Надо кровать сначала сделать. Да, вообще станок ткацкий. Так, кто у нас был Тайлором? Тайлором, вот. Нет. Вот. Так, все, ягодки собрал. Все, отлично, молодец. Сережа, молодец. Ну ничего у нас полезного нету. Почему-то. Может, я карту выбрал такую, что тут дефицит вообще, в принципе, всего. Не знаю даже. Да. Так, сейчас. Секундочку проверю время записи. Да, все нормально. Еще есть у нас время с вами. Так что. Будем делать хорошо. Нам нужен билдер. Это, наверное, Тайлор. Где Тайлор? Где билдер? Ничего не понимаю. Так, фермер делает свои дела. Мы тем временем найдем. Вот он. Идет домой. Хорошо. О, у нас уже 40 единиц еды. Это прекрасно просто. Где она? Вот. Почему тут 59, а тут 15 из 20? Не понимаю. Не
понимаю. Так. И что? И все, да? Тайлор закончил свою деятельность. Потому что ни черта у нас нету. Он заглючил счетчик каблстоунов. Чему-то. Ну давай, билдер, бери и пошли. Все. Все. Закончу уже кусок стены. Черт возьми. Так, немножко проредактируем тут место. Build cobblestone. Нам нужно вот так вот сделать. Да. Быстрее бы все это вот крафтилось, а то, блин, так долго. Кстати, смотрите, у нас где проходит дорога, потихоньку вытаптывается земля. Оригинально сделано. Довольно-таки. Ой. Не-не-не-не-не-не-не. Вот. Кабанчик умер у нас, причем. Оригинально сделано и довольно-таки интересно. Вот здесь тоже, где у нас холл, также земля вытаптывается. Я думаю, для майнера сделать такую вот зону и положить здесь пол. Вот так вот, пускай. Прошу прощения за контакт, еще раз не обращайте внимания. Опять забыл на паузу ставил, забыл выключить. Да. Ну что ж делать-то нам? Даже не знаю. Все на автономии, все как по часам все. Еды много, ну достаточно пока что. Никто не умер, как ни странно. Обычно у меня уже кто-нибудь да сдохнет. Что еще? Камни, да, чертиков. Семян, правда, нет. Торговца бы нам, вот что. Пришел бы торговец, мы бы с ним торганули что-нибудь. Может быть, интересное бы что-нибудь нам предложил. А так вот. А я даже знаю, почему не приходит, потому что у нас дорога не проложена к поселению нашему. Я перенес тогда холл и совсем забыл проложить дорогу. Да. Проблема. Беда-бедище. Просто. Мне вот интересно, как можно ли сделать как-то крышу, если не будет ли это мешать сильно. Вот в чем дело. Пишите в комментариях, если знаете ответ, то я прям весь в догадках, не знаю даже как лучше-то. Оставить так, сделать чуть повыше или сделать вообще крышу, действительно. Так, раз мы будем класть пол, нам потребуются доски для строительства. Поэтому wood planks. Сделаем wood planks. И карпентера займем работу, и вообще будет хорошо. Так, вот, wood planks. АДД. Сотку сделаем. Я думаю, должно нам хватить. Build your cards. 120. Нормально. Займем карпентера, билдера, то бишь, идем. И все у нас будет хорошо.
Ух, я уж думал, это паук. Так, еще раз давайте посмотрим карту на наличие неприятеля. Чисто, чисто, чисто. Чисто, чисто. Это вода, что ли? Нормально. Чисто, чисто, чисто. Чисто, чисто. Чисто, чисто, чисто. Все нормально вроде. Никого нет. Удивительно просто. Да. Ну что ж, ладно, на этом я с вами попрощаюсь. В следующей серии нас ожидает ночь. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И ставьте лайки. Всем удачи и пока.